Добрый день, меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер УДПО компании «Инфоурок». Хочу вас пригласить на курс переподготовки «Экономика и право. Теория и методика преподавания» в образовательной организации. Курс для вас подготовил коллектив авторов, профессионалов и экспертов своего дела. Сам переход в сферу образования может быть обусловлен рядом причин. От поиска интересной работы до возможности улучшить свое финансовое положение и качество жизни. Также это может быть внутренний переход, когда вы изменяете или добавляете дополнительную специализацию. Мы предлагаем курс переподготовки. Для кого? Он подойдет для работников системы образования, методистов, преподавателей высшего и среднего профессионального образования, учителей экономики и права, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. Обратите внимание, уровень образования для данного курса – это высшее образование профильное или высшее образование непрофильное. Сама программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки педагогическое образование и профессионального стандарта педагог. Цель программы – подготовка педагогических работников к эффективному преподаванию экономических и правовых дисциплин в образовательных организациях. Данная программа включает изучение теоретических основ экономики и права, а также, конечно, методики их преподавания с учетом современных образовательных технологий. Конечно, будет пройдена и психология также. В завершении обучения слушатели получают диплом установленного образца, который дает право на ведение профессиональной деятельности в качестве преподавателя экономических и правовых дисциплин. То есть вам присваивается квалификация «учитель-преподаватель экономики и права». Напомню, что наши курсы проходят дистанционно, что очень удобно и комфортно, и главное – качественно. Поэтому записывайтесь к нам на переподготовку.